Check the mic and make sure it sound right, boys. Всем здорово и большой привет из города Роттердам. Едем мы сейчас из Амстердама, погостили там немного. Теперь едем в этот город, так что предыдущие видео смотрите тоже. Едем мы куда мы едем? Мы едем сейчас на Ахой, это там будет проходить сегодня финал Евровидения. Мы уже здесь рядом, сейчас заедем на разведку, посмотрим. К сожалению, билетов у нас нету. Потому что билеты еще год назад как распродали, и из-за короны-макароны их больше не продавали. Так что посмотрим. И оттуда поедем уже в отель, обоснуемся. В общем, смотрите дальше. Вот она, ребята, Роттердам, Ахой. Смотрите, сколько там людей. Билеты, по-моему, всего лишь на 3500 человек распроданы были. Так, ребята, вот арена. Там натянуты палатки, большой экран, где можно будет смотреть выступление. Выступление, конечно, будет вечером. И тут рядом есть магазин Dirk. Большой супермаркет, сразу заодно закупились, чтобы потом не бегать здесь, потому что магазины в 8 закрываются. Вчерашних ошибок повторять не будем. Ну, как сказать, в 8, в 10. Просто после 8 вы уже не можете прикупить что-то себе такое. Ну, вообще, смотрите, купили мы клубничку, ягодки. Русский салат Наталья взяла, так называется. Русский ай стояло, русское яйцо. Русское яйцо. Какая-то мимоза. Булочки. Вот здесь у нас курочка, да? Да, курочка. Курочка на палочке. Сыр еще взяли, закусочка. Две бутылки вина. Это мы потом еще в отеле можем вечерком, когда все будет закрыто, посидеть. И ящик пива я взял, Хайнекен. И все это на сумму 39 евро. 32. Да, вот. Ну, 40 евро. Смотрите. Вот такие цены здесь. Ящик пива стоит 16 евро, и он без тары. Вот так вот. Сдается ящик пива, да? Да. Ну все, относимся в машину. Запарковали здесь рядышком. Сходим на разведку, посмотрим, что там происходит. И потом, возможно, мы просто отвезем машину в отель. Отель мы еще, кстати, не заплатили. Ну, есть у нас на примете здесь один уже рядом. И на такси, возможно, будем двигаться. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ребята, и смех, и грех. Решили на тележке доехать до машины. А тут, оказывается, установка, смотрите, блокируется. Все, она заблокировалась, дальше не едет. И мы не можем. Приходится сейчас ее поднимать и тащить обратно к магазину. Смотрите, от магазина отошли, не знаю, GPS какой-то или что. Идем, и раз такой щелчок, там что-то, и блокировка произошла. И все, она не едет больше. И, кстати, это на всех тележках. Я и думаю, что люди в это внутри сразу перегружаются. У нас такой системы в Германии нету. Я не видел, по крайней мере. Ладно. Век живи, век. Придется живи. Тащить все в руках. Не, вот так, значит. Давай. Давай, Наталья. Приподнимай уголок, я буду толкать. Все, она уже. Не едет. Нет. Вот здесь начинается ажиотаж. Все страны Европы, болельщики. Так, рыженький что-то орет. Про Иисуса что-то рассказывает. Кричит: Иисус нас всех спасет. По-моему, так. Так, ребята, это Роттердам. Ахой. Киркоров, выходи. Киркоров, выходи, да, Наталья. Филипп Петросович, мы приехали. Наталья уже под низ кофту одела себе, потому что холодно. Не повезло нам немного с погодой. Тут пресса, это, кстати, вход для нас. Евровижн 2021.
подготовка идет полным ходом. Парковку моют тут. Мы тоже встали в очередь, чтобы сфотографироваться. Что мы были на Евровидении, да. Сделали мы здесь фотосессию. Очень жаль, что нельзя приобрести билеты. И вовнутрь запускают только с негативным тестом. Да, вот так вот. Даже если ты тест делаешь, все равно нам сейчас сказали, билеты были проданы в течение полутора часов на финал. Ты так и так не зайдешь туда. И нам сейчас сказали, они не хотят из-за короны собирать здесь сильно много людей, поэтому он сказал, лучше посидеть дома, посмотреть вот так вот, у кого нет билета. Все очень смешно, но народ подтягивается, они не хотят, чтобы большая массовка здесь была, но массовка в любом случае будет, полиции очень много. Мы сейчас были в Амстердаме, там массовка, в магазин заходишь, массовка, а здесь боятся. Ну так вот. Ну это так, чтобы во всем мире, потому что весь мир будет наблюдать. Когда-то в ближайшем будущем будем все это смотреть и смеяться. Как это было все. Вот здесь, ребята, идет аккредитация. У всех, у кого билеты есть, кто пресса, кто что, здесь могут зайти. В общем, все присутствующие должны иметь негативный тест. Вот здесь вот проходите проверку. Здесь вообще вся арена, смотрите, она ограждена. Ну, народу много, конечно, вокруг. Наших земляков со стран СНГ я пока никого не увидел. Вовнутрь не попадешь, будем тусоваться на улице. Тут чувак реально надрывается, уже другой сменил один другого. И орет он тут. Замолчал, только я камеру включил, это сразу замолчал. Во. Он протестует против всего. Против всего. Каких чудиков тут нет только. Погнался. Люди. Все смеются. Полицаи сзади смеются. Голландцы с собой. С собой. Тот кричал по-турецки, понимаешь? Матершинные слова. Голландец. Да-да. Этот ему в ответ. Посмеялись все. Ну и при чем, мужичка? Я думал, против них вот такие сидели. Смотри, все снимают, весь переход с телефонами стоят. Смотри, весь переход встал. Тут, короче, цирк разыгрался. Так же, тетя? Смотри, смотри. Смотри, так все смотрят, смотри. Все зеваки собрались. Полицейский угорает. Я его засмущал. Так, переводчика в студию, ребята, нам. Тот говорит, когда Иисус придет, ну что, Бог придет, Иисус. Когда придет, да. А тот сказал, я тебе не верю. Тут, ребята, концерт будет намного интереснее, чем на самом Евровидении. Я вас уверяю. Люди останавливаются тут, угорают с него. Оживленный такой переход. Так все полицаи вон сзади с ними, они смеются, не могут с ним. Да я уже на них камеру навожу, они от меня прячутся уже. Непонятно почему, но все люди, которые сюда идут, фотографируют вот этот вот светофор. Ну и, кстати, там смотрите, как загорается зеленый, играет музыка и танцует человечек. Ну все здесь с камерами идут, снимают. В основном пока местное население, да, здесь? Да. Полиции, конечно, очень много, ребята, смотрите, везде вот такие вот машины. И старые, и новые. Мы уже здесь встретили местных. О, россияне, здрасте. Видите? О, только сказал, здесь одни местные, и россиян увидел сразу. Среди местного населения здесь, конечно, тоже вот очень много русскоязычных. Хватает, город-то большой. И здесь сплошной интернационал. Начало уже будет через несколько часов. Все будут съезжаться сюда, все певцы. Некоторые уже там внутри. И сказали, начало где-то 21:00.
и будет до 2-3 часов ночи здесь все происходить. Вот так вот. Смотрите, какая картина в зале, граффити. Четкая. Итак, ребята, мы пока мисс уехали. Едем посмотреть отель, надо заселиться, ночевать-то тоже где-то надо будет. Роттердам, огроменный город, конечно. Тут есть что посмотреть, я вам скажу. Вот там колесо. Сейчас мы едем, можно так сказать, по набережной. И едем мы к нашему отелю. Я так думаю, что мы его сейчас снимем. Мы решили просто подъехать, так глянуть пока мисс. Сказать, к нашему еще не заказали. Я как бы уже мысленно определился. Вот здесь можно вечером погулять, Наталья, с тобой хорошо. Ребята, а вот это вот и отельчик, Наталья, не знала? Офигеть. Че, как, где? Такой большой, я думала, там какой-нибудь мини-корабль. Блин, нет, знаешь. Вот я посмотрел отель вот на корабле. Вот на этом, СС-корабль. Ты будешь спать в той лодке, короче, вон, которая сбоку там. Ну, сначала надо зайти в интернет, заказать его, просто так туда не заедешь, по ходу дела. Ребята, вы только гляньте на эту мощь. Через Booking я смотрел, это 4 звезды. А заходишь на официальный сайт, 4,5 звезды вот отель. Да. Мощный. Баба с ним. Итак, вот он. Отель, идем сейчас разузнаем сначала так, входит ли парковка сюда в цену и всякое такое, потому что через интернет мне не показывает. Не, ну красотища, да, Наталья? Вообще, клево. Ребята, облом 2021. Зашли туда, через Booking не стали заказывать. Сначала, думаю, узнаем, может быть. Ну, насчет парковки хотели узнать все. Зашли, а она говорит, вам только здесь с негативным тестом можно заехать. Я говорю, хорошо, это, те тесты здесь у вас или что там? Думал, ну, такие, может, там, где-то не, плюнуть. Есть быстрые тесты, у нас в машине просто пару штук имеется. Мы думали, по-быстрому сделаем, если что. И она говорит, нет, нужен специальный ПЦР-тест, который надо вот в нос сувать. Ну, вы все в курсе событий, как это делается, когда глубоко сует. Да, у нас с собой мы на всякий случай 2 штуки закинули, это которым детям... которые детям давали еще в садике. Такие детские тесты, на всякий случай. Я говорю, такие у нас есть. Не-не, езжайте, говорит, на Ахой-арену, где Евровидение будет проходить. Там можно тесты сделать. И вам, говорит, где-то там порядка 70 евро на человека нужно сделать. Я говорю, не, спасибо, у вас комната мне не нужна. Я говорю, в Амстердаме сейчас был, везде, где ходили, нигде никаких тестов не надо. А вы тут приехал 80 километров от Амстердама, и все. Она стоит плечами, пожимает. Не знаю, такие правила в стране. Где? В Амстердаме мы вчера кучу отелей пересмотрели. Нигде. Юрик, видишь, какая у меня чуйка есть? Мы сейчас сидели в машине. Юрик говорит, все, давай заказываем быстренько через Booking и заходим в отель. Я говорю, нет, пойдем лучше спросим. Может быть, там все-таки закажем. И точно, видишь, сейчас бы мучились бы. Нет у тебя чуйки. Чуйка только в Чуйской долине. И такой, ребята, шикарный обзор обломался, я так думаю. Потому что корабль-то, ух. Зашли вовнутрь, все так неплохо, отлично все. Красиво, конечно. Но, к сожалению, вот такое правило в этом отеле. И здесь, смотрите, сразу тоже бухта. Здесь буквально вот так вот. Там вода, здесь и здесь парковка между. Вот такой вот он, Роттердам. Здесь тоже могут для разгрузки людей большие корабли заходить. Кстати, город Роттердам, я как-то уже говорил, что входит в один из самых глубоких портов мира. Здесь самые крупные корабли могут заходить. Один из трех. Вот такой вот Роттердам. Вот так вот потихоньку нас и пытаются всех нагнуть. Нету теста, не заедешь в отель, оказывается. Хотя границу проходишь без проблем, по магазинам бегаешь без проблем. Да, видишь, некоторых, наверное, я еще думаю, то, что отель, наверное, сильно большой, Юрик, там народу много, поэтому, может быть, у них такие предписания. Представь, какой там отель, сколько там комнат. Ну, я говорю, я же не буду там с людьми где-то тусоваться. Комната, переночевал и уехал. Не-не, у нас такие правила, говорит. Да, ребята. И вот так вот потихоньку хотят всех, чтобы
Наше будущее. Наше будущее. В Германии это вообще там даже просто так не заедешь. Вот смотрите, в Амстердаме мы в любой могли. Сейчас мы чего-нибудь другое найдем. Вот. Ну вот, друзья, все легко и просто. Приехали в центр города, всего лишь за 90 евро сняли комнату. Никаких тестов не надо. Зашли в отель Urban Design Hotel. 3 звезды. Сейчас посмотрите номер. Я только сейчас зашел, уже открыл, Наталья зашла. Я сразу думаю, надо снять. Вообще никаких тестов, ничего, оформились. Видите, там, видимо, сильно большой отель. И все. Ну что, смотрим по карточке. Гляньте сюда. Ну, конечно, смотрим. Смотрите, чем нас встречает сразу. Ванна. Пожалуйста. Зеркало. Вешалки. Здесь у нас на полу мрамор. Или плитка такая, как мраморная. Смотрим. Кровать. Кондиционер. Ну-ка, свет. Вот так пойдет. Кондиционер. Столик. Кружки. Ну-ка. О, фонарики, смотрите. Хорошая комната. Диванчик есть. Опять же, столики, телевизор. Здесь выход, смотрите, прямо в центре города. Пожалуйста. Юрик, это знаешь, что для чего диванчик? Если ты меня будешь доставать чем-нибудь, раз ты будешь спать здесь. Единственное, нельзя здесь курить. Парковка с 11 вечера до 9 утра, она бесплатная. И также можно запарковаться, я бы сказал, в гараже внизу. Так, ну что дальше еще здесь? Вот здесь имеется сейф. Я уже открыл, гляну. Полотенце. И здесь, гляньте, ребята. Душ. Это даже лучше отель, чем там еще был. Все чисто. Лучше, тут прям видно, да, чище все. Угу. Гляньте сюда. Фен есть. Опять же, полотенчики. Мыло. Стаканы. Супер просто, ребята, супер. А те выдумывали на корабле, чтобы пойти и сделать ПЦР-тест. Это 70 евро заплати еще иди. Вы что, ребят, совсем того, что... Короче, один тест стоит почти как эта комната отеля. Если сравнивать тогда. Да. Ну, здесь, конечно, я еще такого не видел на входе. Ну, хороший дизайн. Видишь, урбан дизайн. Угу. Ванна. А ну, там все. Ванны не было. Там вообще душек был поменьше. Сегодня ванна с пенкой, Юрик, и этот венцом в фужерчиках. Вот так вот, ребята. Как хорошо. Ну, давайте еще здесь посмотрим. А, палас, кстати, есть. Вот так вот. Пожалуйста, выходите и гуляйте в центре города сразу. Кстати, у нас здесь на один этаж ниже, можно сказать, как в подвал вход. Но здесь есть лифт, опять же. Всего лишь... На нулевой подаваемся, ну минус один. Смотрите, как чисто все цивильно. Маска нужна. Да? Ну не мне же. Мне а это что, они снимают, они случаем в комнатах в отеле? Нет, это реклама. Ну и вот, ребята, выход из отеля. Вон машина. И вот здесь мы в центре города. Так что еще у нас полтора часа времени, я надеюсь, сегодня мы в ресторанчике еще посидим. В ресторанчике надо же на Ахой-арену ехать, что делать будем? После ресторана мы поедем на Ахой-арену, там будет начало только в 9 вечера. Нас же ждет там Киркоров, надо ехать. Так, Юрец сейчас по-новому оденется. Эту одежду я с собой привез, абсолютно новую. Перед поездкой купил себе, смотрите, кроссовочки, квиз. Футболка ДДР. ГДР по-русски. И джинсы. Вот такие вот. Вот и все. Это было вчера. Да. Вот и все. Так, смотрите. Юрик прифроярился. Отлично. Жаль, у Натальи теперь нету теплой одежды. Мы ничего не купили сегодня. И сейчас 8 опять все закрываться будет вечера. Да ладно? Пока мы туда-сюда. Выдержу. Я просто возьму ту кофту с собой, накину, если сильно уже замерзну. Ну да. Ну так вот, Наталья, да есть легкая одежда, а вот теплой нету. Погода не очень. Зато Наталья счастлива. Ну-ка, пройдись. Летящей походкой. Ты вышла из мая. Я хотел сказать, ты вышел из мая.
Так, ну все, ребята, бежим. Сейчас, подожди, в спешке, иначе все закроют, не успеем покушать и никуда не успеем. Видите, как вроде все открыто, но в 20.00 все закрывается, можно так сказать. Ну вот, ребята, зацените, клима вам, карточку вытаскиваете, свет пропадает. Все, обесточили, включили, все сразу зажигается. И на корабле надо было заплатить 136 евро за ночь, а здесь 90. Или 92? 92. 92, да. И 100 евро тут каукцион, да, если ты что-нибудь тут запорол, тогда тебя 100 евро заберут. А если нет, все окей, тогда в течение недели потом на карту тебе переведут эти деньги. Окей. Ну так. Вот это первый этаж, ребята. Вот здесь сразу, смотрите, для нас также комната отдыха. Здесь можно посидеть, что-то почитать, там пописать, я не знаю. И, ну, и здесь, конечно, заполняет сразу новых клиентов. Оформляет. Здесь вот кофе, пожалуйста, с молоком, сахаром, сколько хочешь. Микровелла также, если хотите покушать кофе. Заварное с автомата. Музыка играет. Такой дизайн, урбан дизайн отель. Ну что, Наталья, сегодня мы успели, давай. Трапезничать. За все хорошее. Давай, за нас с тобой. И привет подписчикам всем. Всем огромнейшее. Смотрите, забежали мы в голландский ресторанчик в самом центре Роттердама. Кстати, рядом наш отель. Смотрите, я заказал что себе. Это камбала, три штучки такие. С соусами, салатик, лимончик, картошку. И Наталья заказала креветки с соусом. Приятного аппетита, что ждешь? Конечно, давай горячее. Давай. Все, ломаем и едим. Вот так вот. Ничего себе, побывать в Голландии и не покушать рыбку, это же грех. Очень вкусно. Обалденно. Прям такое горячее-горячее. А то мы все с тобой на бегу. По-быстрому перекусим и бежим. Охота больше посмотреть его. Да. Смотрите, какая красотища, ребята. Красотища просто. Я почему, ребята, сказал, что голландский ресторанчик мы забежали? Да потому что здесь, где не идешь, там пиццерия, там кебабная, там что-то где-то. Всегда очень тяжело в той стране найти именно национальную кухню. Тем более здесь море, недалеко рыбная, выход в море и все. Роттердам, портовый город. Ну что, надо рыбку кушать? Очень вкусно, честно. Как соус? Ну, здесь майонез, а здесь это, как тебе сказать, какой-то рыбный соус, не знаю, да, с луком, как рыбалада, как будто, рыбалада. Майонез и салат, да? Угу. Сам раз. Давай, я тебя покормлю. Еще что интересно, забегаешь, например, в китайский ресторан, там готовят пакистанцы, абсолютно все. Забегаешь в какую-то пиццерию. Там еще кто-то готовит, не итальянцы, непонятно, а здесь вот голландцы готовят и голландский ресторанчик. Обратила внимание? Да. Заходишь и просто даже вот заходишь где-то кебабное, там будет готовить, я не знаю, кто будет. Ну, но индусов очень много. Именно, ну не те будут люди готовить, которым кухня принадлежит вот так вот. Поэтому едим у голландцев в Голландии. Все верно. Подходит к нам сейчас шеф, ушел голландец. И говорит, все нормально, все вкусно. Я говорю, да, хорошо. Я говорю, до скольки работает? Он говорит, до 8 вечера. Потом закрывается. Наталья говорит, во всей Голландии, да, во всех Нидерландах. Да, говорит. Я говорю, ну сегодня же суббота. Он говорит, ну, пока, говорит, всем, говорит, не сделают, говорит. Он сказал, ничего не откроется. Наталья спрашивает его, а вы, говорит, все сделали? Он говорит, да, одну сделал. И через 3 недели он сказал вторую. Да, так и было, прямо сейчас. Да, бы это заснять тоже, ну, как-то неудобно было, да? Достаточно. Ну да, неудобно. Хотя здесь никто не напрягается со съемками. Снимаешь спокойно. В Германии бы уже давно кричали. Кстати, да, вот в Германии это люди такие сразу начинают стесняться, знаешь, вот это меня не снимают. В Германии думают сразу, что ты снимаешь их. Когда мы сидим, да, ну, если вы попали, я же не специально вас снимаю там или что-то. Угу. Здесь люди на это вообще не смотрят, они заняты своими делами. Да-да, совсем люди другие, никто, вот, кстати, никто ни на кого не смотрит, и хотел сказать, у нас вот, когда мы жили там вот в СНГ,
Очень часто люди смотрят так, как твой дед, да, вот, ну, на машины было смотрят. Же такое, вот, да, было. Да. В школу придешь, там, ну, у тебя там то. Встречают, а тут, по одежке поражают, да, по уму. А тут, ребята, никто не смотрит, ты хоть в трусах выйди на улицу, и всем будет все равно. Ну, я смотрю, вот, знаешь, люди, вот, там еврик где-то два, какая-то панамка валяется, продается, смотришь, невзрачная, они одевают все это на себя. И стильненько супер, смотрится, стильно, да? Стильно, офигенно. А мы тут покупаем дорогие вещи, что-то и... Я же до этого отмечала, что так, молодежь может быть, очень красиво одета. Думаю, не так, может быть, я. Я говорю, да. Молодежь очень красиво. Ну, кстати, и в возрасте вот женщины какие ухоженные идут вообще. Вообще, да. Красотки просто. Хотя, хоть и говорят, что в Европе там девушки некрасивые, нет, красавицы есть тоже. Все, еда стынет. Ну что, дорогая, давай, 18 лет, с тобой мы вместе, как женились... И лимон мой упал. Я поделюсь с тобой. Давай. По одной текиле можно. И еще по маленькому пиву, и все. И едем на Евровидение. Точно. Нет, за нас, Киркоров, правда. Жди, мы едем. Да что Киркоров, я говорю, за нас. У нас 18 лет, правда, совместной жизни. Расскажи подписчикам, сколько мы вообще лет вместе. Мы же это никогда, вот видео не озвучиваем никогда. Столько не живут. Видите, ребята? Даже кусочек лимона делим и то напополам, на двоих. Ты хочешь сказать, что хлеба, горбушку и ту пополам? Да. Надеюсь, так с тобой лет до 100 проживем вместе, в единстве. 100%. Давай. Труба зовет. Роттердам forever. Да, ребята, Германия, алло. Итак, ребята, наш ужин, смотрите, за 44-45, то, что вы видели, две текилы, два больших пива Юпилера и два маленьких. It's white, boy.